Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Как за 3-2 делать? А в 3-2, потому что, как говорится, Арцван победил. Либо 3-2-2. Лобби актеров. Либо слабое лобби. Арцван проиграл. Среднестатистическое лобби, ну, типа обычное, которое прокает работяги. Либо всего было 6... актеров, и один не актер попался, из-за этого проиграли. Персонажа, которого мы заслуживаем. Кожиков норм, тип. Пиво бы с ним выпил. Дрожжеглот имба, вот здесь вот? А, в смысле, там? Ну, у него просто свиньи были в лобби, поэтому это было неплохо. На самом деле все ждали моего доната, а не твоего все стрима. Ждали. Угадай, где. Ссылка удалена. Ссылка удалена. Ссылка удалена. Ты чё делаешь? Ут. Ты чё, Арсеводин? Это чё такое? Я песню даже не знаю, это... Ну, в плане, оригинал не знаю. Впервые слышу. А, в смысле, я знаю эту песню. Че я говорю? Не знаю оригинал, ага, ну вот, конечно, знаю эту песню. Все, я пока припев просто услышал. Я просто не слышал, что мотив какой-то похожий, но как будто я ни разу не слышал. Я такой думаю, что за фигня? Как будто это знакомо, но в то же время незнакомо. После припева стало все ясно. Оригинал, ну конечно, ребят, оригинал, конечно. Ну что, верим? Опа! Так, как не триплет стриптизера? Водемин. Ну, продавать ради этой штуки совсем не хочется. В Москве бы был сделать. Так я не хочу разбивать сердечки. В обратку! Пау! Ну, там сердце, на самом деле, тяжело, да? Ничего было сыграть. Ты левел пойдешь? Я думаю, тебе надо левел идти. Я вижу магазин, я думаю, что тебе надо левел идти. Там реально левел идут. Wait a second. Там реально левел произошел. Hold on. Забафал, чтобы, да, больше шансов было. Больше шансов то хор... Я че, молчал? А я молчал, я вообще ничего не говорил, я вот. Че, от меня что-то слышали? Все вообще... Нет. Это, конечно, не мяч, но я... Нет, молчал. Ничего не говорил. Shit game. Призерного... А, стриптизера надо было бафать вот этого. Ну, может, надо было. Да не надо вот этого вот бафать, но они... будут уничтожаться, а потом что-то еще делаться. Кажется, хорошо, не я. Ну, слушай, выйдет он, в смысле. Ну, он уже идет хороший. А знаете, как он будет еще лучше? Когда мы сейчас жестко баны разыграем, это 5 штук, оказывается, банов уже заказали. 5 штук банов разыграли, как мы будем эти баны сами разыгрывать. Не. Пошло, не.
А, подожди, один работает. Слушай, так наоборот хорошо, если он сделаем... Ну, в плане тир-3 не так хорошо, как тир-4, правильно? Так что, может, реально здорово. И можно еще его сверху превратить. Подождите-ка. Wait a second. Они работают, да? Они работают или не работают? Я не помню. Не работают, говорят. Окей. Окей. Пойдет с этой карты. Может, даже ты сработаешь. А вдруг? Так, ребят, надо смайлик выбрать какой-то, который будем... А вы хотели такой смайлик выбрать? Блин, а как если челы не смогут скопировать, и им нужно будет... Ладно, хорошо. Хорошо. Ребята, сейчас будем разыгрывать рандомные баны. Для того, чтобы участвовать, вам всего лишь нужно написать в чат... Та, sitting very comfortable. Кстати, это лучше, да, чем... Чем там другая версия. Где котики сидят? Это вообще unreal. Бан, ребят, будут идти по возрастанию, то есть 10 минут, 10, 20, 30 и час. Теперь 5 кп. Они знают, что делать. Они знают, что делать, реально знают. На, да ты посмотри на него, это... Ну это такая ба, это нечестно, ты нечестный, пошел ты в жопу! Ха-ха, я просто хочу с тобой поиграть в прятки. Ты прячешься, а я тебя найду. Я обязательно тебя найду, не сомневайся. Какого хрена? Карта 3 монеты. Давай, ладно. Тетрис, мышноглаз. Тетриса хочу забрать. Испугался, не бойся. Да вы чё, зачем вы пугаете? Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня, я тоже. Вам должно быть стыдно, вот когда вот такое вот заказываете, вам должно быть стыдно. К вам ночью вот такая штука зайдет, а потом плакать будете. Так, а мы давайте пока будем разыгрывать рандомные баны. Итак, первый рандомный бан, 10-минутный у нас, кто открывает? Мистер Жорик открывает. Вы же не просто, ребят, копируете, правильно? Вот этот сити кверик. В общем, вы должны написать, само собой, ручками должны написать сами. Ну, только участвуют те, кто ручками написал. Так, мистер Жорик, молодец. Выиграл 10-минутку. Следующая, вторая 10-минутка у нас идет. Тред Вичер, вот так вот. Оп, 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 оп. Элайза с пройдохой, это очень сильно, но колесго с охотником, это тоже очень сильно. Вообще мне такой шмырлок, как будто мне надо что-то другое. Реально Элайзу-то забрать. Я просто тебя поставлю, буду себя офигенно чувствовать. Давай, Рау. Это тупик. Вижу цель. Счет 3, да? Я могу эту штуку продать, я не знаю, что-нибудь еще забрать, допустим. Клифф даже условно забрать. Клифф, кстати, хорош, да, по этой штуку. Кот сразу реально заберем. О. Вот так вот, да. Вот так вот, а! Ван Клиу, вы действительно, мы же буквально Ван Клиу. Эдвин Ван Клиу. Ван Гейс Клиу, то есть, ну, все нормально. Уже жестко, уже по лору играет, так сказать. Так, это было 20 минутки. 20 минут сейчас повышается. У нас получает машина, только машинка. Это как машина, только маленькая. Ну, то есть, машинка.
Машинка. Посуда даже. Оп. Тетрис. Оу май. Оу май. Единственное, что я бы хотел, наверное, чего-то где-то поделать. Может, даже АФК посидеть. Ну, я не хочу ничего менять. Мне нравится вот эта двоица, я бы ее оставил. Вы мне как раз на тип сейчас что-то тоже даете. На следующий я двоицу продам, поставлю Тетриса и что-то еще поделаю. Протез сюда забрать, допустим, мобилку садать. Не хочу. Ну, монета есть. Такая штука тоже есть. Такую штуку овер. Овер тебя, что ли? Это ослабление, ну, может, пофиг. Мы же тебя оставляем, правильно? Что еще тебя... Не особо надо. Ну хотя это хорошо работает, опять же, под Элизой. Сколько ты вообще даешь монеты? Ты 4 монеты даешь, я отсюда 2 получаю. Может, 2 хватит? Я плюс монеты получаю, когда дракона получу отсюда, правильно? Трубадура дали. Не знаю, там ролл Бранаси найдем. Еще трубадур. Ой. Ван Клию. Кстати, это же еще тот персонаж, на котором можно обилку жестко накачать под 2 тетрисами-то. Работаем. Ну какие охранники, какие стриптизеры, да вы че? Ну же, Бран. Так, машинка у нас получается 20 минут выиграл. 30 минут сейчас идет. Ё-моё, работяга never changes. Работяга никогда не меняется. Я, кстати, такое в Warcraft слышал. Там то же самое говорили, типа, работяга. Работяга never changes. Сейчас копы гатак. 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 Ну, сейчас тетриса дадут, и все проблемы решатся. Ладно. А, да? Как не еще один. Нет, ты посмотри на него. Ты посмотри на него! Тебе стыдно должно быть. Я что, теперь мой персонаж туклил, что ли? А вот и нет. Брат, братишка, под музыку! Даже дальше можно было поставить, пофиг. Нина! Кто так делает? Ты ч? А, это гречка. Да, пожить, пожить, гречка. Так я в никнейме можно и пожить, пожить. Эй, Джоже, здорово. Так, у нас последний остался. Последний ван. Часовая ванна у нас остается. Плимолог, тебе. Тебе, you're welcome. Не. А-а-а, черт возьми. Купленный конкурс. Какой купленный конкурс? Вы что такое отправляете? Все максимально честно. Может быть, вот этот вот произойдет. Все идет максимально, сколько возможно, честно, вот настолько вот честно. Отправляю, там сидят, купленный конкурс, говорят. Но ты все равно можешь достать.
Это я сейчас заберу. Ну что, минус... Ой, мистер 2 Тетриса. Что-то делать будем? Немножко бронзобороть, может быть? What about чуть-чуть побронзобородить? О, другое дело. Блин, так а что делать-то? Пофиг, давай так. Перерождение, допустим. Деньги, допустим. Это тебе, это тебе, это тебе. Это... Тебе, это сюда, это сюда. Пусть будет. Давай вот чуть-чуть подальше поставим. Вот так вот. Теперь у меня два клива. Поражение 500%. А почему так? Вот атаки не хватает. Чуть-чуть. В скобочках сотни атаки. 283. Ха. Не, ну все просто место все равно нет, так что... Да. Так что... Да. Это вы что там такое пишете? Какой Арслан Фрик вонючка? Я не могу это же брать. Совершенно бесстыжие. Ребята, бредик не пишем. Договорились? Бредик не пишем. А, давай заберем бран. Я верю в себя. Я верю в себя. А вы в меня верите? Мы в тебя верим, Арслан. Вперед, Арслан, мы в тебя верим. Let's go, ребята. Let's go, ребята. Больницкий, конечно. Так, 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 так. Возможно, даже что-то вот такое было бы неплохо. Но... Че он там пробил? Тут пробил. Этого, да, кстати, пробил. Понятно. Понятно, почему пробил, конечно. Цель выполнена. Крайняя правая карта уничтожена. Перехожу в режим зафидить. Зафидить, внимание. Справляемся. Там тебя стать сильнее. А давайте сейчас Тетриса сразу соберем. Смотрите-ка. Или Мутануса в эту штуку. Чтобы можно было оставить пират, который дает атаку. А сейчас мы жестко раскрутимся. И сейчас мы все браны как насобираем в триплет. Ну я эту хрень, я качаю его только с этой штуки. Только поэтому у него атака есть. А куда все делись? Вы что?
не хотят со мной играть. А раз так, я с ними тоже играть не хочу. Я так буду в магазине бафать карты. Оп. Кажется, прям... Сейчас вот репет будет скоро, завтра. О! О, топ-8! О, подожди, на тебя есть место. Я всех выкину. Ты ч... Ладно, окей. Ще время все забрали. Ну ты смотри, что делается, а? Окей, это твой момент. Это твой момент воссиять. Только надо штуки скинуть. Ну, а не важно. Три до два. Подожди, какого хрена? Ты выиграл его... А он меня победил. А, типа баблы, все дела, окей. Кстати, крайне правым в этот раз не ударил. Ну что, покажи, покажи, зачем тебе бафали. Покажи, зачем ты все вся впитывал в Солянова. Есть. Так, сейчас, и Примолок. А Примолок написал, говорит, спасибо, Арсланчик. Деньги, как обычно, на карту закинул. Парик себе накупишь, ага. Дайте вот 3 часа бада. Что такое? Как за 3-2 делать? А в 3-2, потому что, как говорится, Арсван победил. Либо 3-2-2. Лобби актеров. Либо слабое лобби. Арсван проиграл. Среднестатистическое лобби, ну, типа обычное, которое прокает работяги. Либо всего было 6 актеров, и один не актер попался, из-за этого проиграли. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.